Приветствую, друзья! Пришла еще одна посылочка. Сегодня делаем распаковку. Напомню, друзья, что распаковка у нас отличается от обзора. В распаковке у нас первый взгляд, первые эмоции. Здесь мы не делаем никаких тестов. Обзоры выходят чуть-чуть попозже. И в самой распаковке, конечно же, можно увидеть ссылку на обзор. Она бывает здесь и здесь. Так, но пока что это только распаковка Ace Max Bigger than Bigger, 8-ядерный 64-битный. Что еще мы узнаем? Games для джойстика что-то есть. На нижней стороне видим характеристики. 8-ядерный 64-битный процессор Cortex-A53, Android 6, 2 гигабайта оперативки, поддержка AirPlay DLNA, Miracast, графика Mali T820 MP3, трехъядерная высокопроизводительная 3D GPU, как тут написано, Wi-Fi 802.11ac-a-b-g-n, Dual Band 2.4 ГГц, 5 ГГц, Bluetooth версии 4 и 16 ГБ внутри есть от обновления, сделано в Китае. Смотрим это, как многие уже догадались, друзья, приставка к телевизору, или как его еще называют, TV-Box. В комплекте с TV-Box у нас идет пульт. Сейчас мы его откроем, рассмотрим. Пультик небольшой, такой, знаете, очень-очень-очень будет собирать отпечатки пальцев. Непрограммируемый, как видно, то есть кнопок программируемых нету. Есть включение, громкость, зачем-то собака, не знаю зачем. Вот регулировка громкости, включение-отключение громкости, какой-то индикатор, вероятно, включение. Три кнопки андроидные, ну и цифровая часть для введения паролей разных. Посмотрим, что сюда можно вставить. Две мизинчиковые батарейки. Ну, это мы вставим, все попробуем. Так, кабель HDMI-HDMI под заглушками. Вот стандартный HDMI кабель. Макулатура, бумага. На бумаге у нас написано, что, собственно, где за разъемы, для чего. Оптический AV, HDMI, Ethernet для включения 2 USB и под карту. Ну, вот это, собственно, все, что есть, все разъемы. Мы их сейчас увидим на самом TV-боксе. Так. Зарядка у нас 5 вольт, 2 ампера. Ну, практически уже классическая зарядка. Практически везде 5 вольт, 2 ампера. Смотрим сам TV-бокс. Так, прям красиво сделан. Довольно такой увесистый. Ну, носить его нигде не надо. Поэтому здорово. Снизу вентиляционные решетки. Здесь, судя по всему, болты для открытия задней крышки. OTT, TV-box, Android Player. Модель M12N. Ну, вот такой вот. Есть антенка. Оптический AV, HDMI, Ethernet, питание. Ну, все, все как должно быть. Два USB, судя по всему, USB 2.0. И под карту. Спереди у нас так красиво сделано. Статус, статус сети. Вот это, судя по всему, для пульта. Чтобы ловилось лучше. Ну и все. Больше ничего особенного и нет. Можно рассмотреть, как это красиво все выглядит. Так, по корпусу я не сказал, друзья. Корпус пластиково-металлический. То есть вот эта часть, это очевидно металл. Так, приятная штука. Вот эта часть, не могу понять, по-моему, тоже металлическая. То есть очень много металла в корпусе. Снизу отверстия для того, чтобы все это не нагревалось сильно. Ну, судя по всему, добротный, хороший TV-бокс. Итак, друзья, протестировал я TV-Box Ace Max M12N и готов рассказать о нем. Ну, во-первых, что я хочу дополнить. Самое главное, корпус полностью металлический, это очень круто, он легко отводит тепло, то есть для него нагрева практически не существует. Очень-очень здорово. Обычно TV-боксы делают из пластика, здесь же сделано достаточно умно. Операционная система Android 6, процессор у него AMLogic S912, 8-ядерный, 2-гигагерцовый. За видео отвечает ARM Mali T820, 3-ядерный, то есть MP3.
2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт внутри. Wi-Fi у нас ABGN и поддерживает также частоту AC. Bluetooth 4 версии, есть выход под сеть 100 мегабитную. Ну и поддержка 4K, габариты 100 на 100 на 14 мм и вес 195 грамм. Я подключил мышку, чтобы все видеть. Вот приставка загружена. Здесь можно увидеть, что есть Wi-Fi, есть подключение Bluetooth. Вот такое вот изначальное меню. Что в нем мы видим, друзья? Первое видим, это запущенные все приложения. Можно вот таким образом в боках закрывать. Если получится. Вот так вот. Главное правильно схватиться. Левая кнопка мыши клик, правая кнопка мыши получается это назад. Есть любимые, рекомендуемые три приложения, ну два здесь приложения. Настройки. Главное, что здесь есть видео. Видео есть Коди, Netflix и Bang TV. Bang TV это китайское телевидение, прикольная на самом деле штука, можно даже запустить и повеселиться. То есть полностью на китайском языке. Для себя я установил, конечно же, Lime TV. Ну, сразу же его покажу, чтобы потом к этому не возвращаться. Я пользуюсь просмотром телевидения через это приложение. Оно бесплатно. В Google Play скачиваете и смотрите. Так, что здесь можно увидеть? Ну, давайте что-нибудь музыкальное, да? Это Чуваш TV. Случайно воткнул. Так, пятница. Мышка подглючивает, извиняюсь за это. Из лодки. То есть вот есть TNT Music. То есть это у нас работает, друзья, через Wi-Fi. То есть никакого провода у меня не идет и отлично показывает телевидение. Можно при помощи FS Video Box или X любимые фильмы всякие смотреть онлайн видео. Например, FS TV Box запускаем. Например, что? Мультфильмы. Выбираем мультфильм, который хотим посмотреть. То есть это онлайн контент. Здесь видим, что это за мультик, короткометражка, комедии. Переходим в видео. Происходит поиск. Либо у себя, либо если он у себя не находит, то смотрит у соседних каких-то ресурсов. Не всегда видео оказывается на месте, может оказаться так, что его нет. Но вот сейчас, вот видите, со второй ссылки мы запустили. Можно перематывать и онлайн смотреть с разным качеством. Бывает, что и Full HD качество, бывает максимальное HD. Но вот это качество у нас, сейчас назад вернемся, 240p, довольно низкое. Давайте посмотрим что-нибудь другое, где есть качество получше. Город героев. Так. Тут тоже непонятно какое-то качество. Невозможно воспроизвести. То есть, видите, по-разному бывает. Вот здесь можно выбрать качество. Выбираем HD. У меня Full HD телевизор, друзья, поэтому рассматриваю максимально вот в этом. Качество может быть не очень, потому что вот снимаю в темноте. Но вот HD видео, сейчас посмотрим, насколько он тянет. По-хорошему нужна подкачка, то есть лучше вначале поставить на паузу, там хотя бы секунд 10. Чтобы он немножечко докачал вперед, чтобы было легче смотреть, чтобы постоянно не прерывалось. Работает у меня через, как я сказал, уже Wi-Fi и через закрытую дверь, поэтому не очень сейчас может быть стабильно. Если дверь открыть, конечно же, будет лучше. Так, давайте перемотаем. Ну и видите, в HD качестве спокойно вообще идет, замечательно.
Вот такая штука для просмотра видео онлайн. Есть же выбирать телепередачи, мультфильмы, сериалы, фильмы, то, что нравится. Я вот использую ее, кто-то использует Коди. Для меня Коди — это такой темный лес, я его пару раз настраивал, мне не понравилось. Вот все, что касается онлайн-видео, друзья, этим на самом деле и ограничивается. Мы начали не с того, но все-таки это есть. Закладка игры. Очень интересная штука, друзья, мега интересная. Здесь есть эмулятор, даже не приставки получается, а эмулятор игровой консоли. Сейчас я попробую показать. Это я сейчас пультом переключаю. Экшены, ретро-игры, файт, спорт, шутеры. Совершенно разные игрушки, но самое прикольное, друзья, что в это все можно играть при помощи джойстика. Причем можно подключить либо джойстик, либо делать джойстик из телефона. То есть вот этой штукой сканируем QR-код с телефона. Я потом покажу скриншотики. Джойстик начинает выглядеть как... Вернее, смартфон начинает выглядеть как джойстик. И можно в этом случае уже играть. Либо можно подключить обычный геймпад. Следующая музыка у нас идет. Здесь я установил FUBAR 2000, чтобы прослушивать музыку. Ничего особенного нет. Музыка, мои приложения. Что интересно в моих приложениях? Есть поддержка Miracast. Есть поддержка PPPoE. То есть можно интернет напрямую подключать к приставке. Есть поддержка обновлений по воздуху. Но они какие-то странные. Когда пытаюсь обновить по воздуху, пишет, что ошибка какая-то, что-то непонятное. Вначале, когда я только получил приставку, таких сообщений не было. Возможно, если сбросить ее на дефолтные настройки, этого всего не будет. Есть поддержка торрентов, то есть там 16 гигабайт внутри, поэтому можно использовать торренты, ну и, соответственно, можно смотреть YouTube. MX Player я установил, ну, в основном все стандартно. И есть локальный браузер, то есть все, что нужно, вот здесь вот выносим. Из настроек, друзья, из общего, вернее, вида, все. Заходим в настройки, что у нас есть в настройках. В настройках самое странное, когда мы впервые запускаем эту приставку, мы видим, что здесь нет языка. То есть здесь установлен, получается, китайский и английский язык, но на самом деле русский язык есть. В настройках видим Wi-Fi, то есть настройки переработаны, красиво все сделано. Ethernet подключение, у меня его сейчас нет. PPPoE подключение и Wireless. Hotspot тоже у меня сейчас нет, то есть можно раздавать интернет. Дисплей, можно фоновые картинки установить, к сожалению, у меня они почему-то не устанавливаются. Вот я пытаюсь вот это установить, он как-то сбрасывается, то есть недоработано, возможно, в следующей прошивке, но это не важно. Разрешение экрана, он сейчас у меня установил Full HD 60 кадров, по-моему, сейчас не вижу, тут все темно, но он сам определяет лучшее разрешение, либо можно это все закрыть. Close, да, Full HD 60 кадров он определил как лучшее для моего телевизора. Расположение на экране, но это все не надо трогать. Звук. Вот звук я рекомендую переключить на HDMI, если вы слушаете звук через колонки телевизора, либо как вы его используете. Я ставлю всегда HDMI и слушаю через сам телек звук. И положение экрана. Я не рекомендую это трогать, пусть оно будет так, как есть. Настройки Bluetooth. Здесь можно, собственно, подключить геймпад. Так, все, геймпад доступен, подключили. Языки, вот здесь смотрите, это все языки, которые есть официальные, но на самом деле их есть больше, я чуть позже покажу. Клавиатура HDMI KEK. Что это такое, друзья, я не знаю, но для HDMI очень многие люди это просят, им это нужно. General. Основные настройки. Device Name. Почему-то можно выбрать разные имена для девайса. System Info. Это все ерунда. ROM Update. Обновление. Developer Mode. Зачем-то можно включить режим разработчика отсюда. Ну, может быть, это нужно. И другие настройки. Вот здесь мы попадаем в стандартные настройки Android. Где можно, собственно, выбрать, вот русский язык у меня выбран, как вы видите, и куча любых других, украинский, албанский, там, монгольский, совершенно любые. И все полностью стандартные настройки здесь имеются. Также есть о телефоне, он считает себя телефоном Android версии 6.0.1. Ну, пробуем, нажимаем.
Marshmallow. То есть шестерочка, все отлично. Вот такие настройки, друзья. Больше настроек особенно никаких нет. Все довольно просто, все удобно. Давайте переходим теперь в игры. Включаем джойстик. Вот почему-то иногда через свое внутреннее меню хреново подключается. Приходится подключаться через стандартное меню именно Андроида. Все подключено. Идем в игры. Так. Все, дернул джойстиком, все, плеер 1, джойстик подключен. И вот самое интересное, что здесь есть, это можно поиграть в игрушки. Старенькие, классненькие. Есть настройки, эмулятор этот называется. Покажу как. KO Game Box. Скачивает игры сам, ничего не нужно. То есть, если в других каких-то TV-боксах надо самому скачать эмулятор, что-то делать, то здесь все предустановлено. То есть больше ничего не надо. Вот зашел в игры и играй. Мой центр, мои игры, игры, которые я у себя установил. Вот то, что есть. Давайте попробуем Power Instinct. Описано, как это все, чем играть. Джойстик у меня уже настроен, там есть функция настройки джойстика, это в принципе все просто. Выглядит все, конечно, очень 8-битно, очень круто. Не знаю, мне нравится. Ни у кого больше такого я не видел. Вот, например, человек купил приставку, и он не разбирается совершенно в том, как устанавливать всякие эмуляторы, у него уже все есть. То есть взял два джойстика или два телефона даже можно, и играешь, не знаю, с другом, с кем угодно. Вот такие вот игры у китайцев. Старые. Очень здорово, да, выглядит? Вторая часть Power Instinct. Я почему-то перепутал его в свое время с Killer Instinct. Думал, что это одно и то же. Но тут вообще какая-то жесть. С бабкой. Ну, давайте за бабку сыграем. Вот так вот это круто, друзья. Это вообще что-то, какая-то жесть вообще безумная. Очень рекомендую эту игру. Если есть с кем поиграться. Да даже с роботом прикольно. Сейчас бабуля ударит ему. Все идет отлично, как бы. За счет того, что это действительно, это не Sega Dendy, это игровой автомат. Не спрашивайте, как я это делаю случайно. Что-то дед какой-то новый. Завалил бабку. Ну, видите, что подтормаживаний никаких нет. Хотя, забегая наперед, скажу, что процессор здесь, конечно, я ожидал чего-то большего. Но все ништяк. По умолчанию верхнего и нижнего панели нету у андроида. Это мы посмотрим еще. Что-то дед какой-то крутой слишком. Надо уметь суперудары делать. Я не умею. Оба, и бабулю завалил. Вот так вот. Сейчас еще будет радоваться. Зацените. Оделся. Вот такие вот. Такие игрушки. Ништяк, друзья. На самом деле, вот я считаю, вот только за счет этого это вообще мега круто. То есть это как раньше, знаете, купил себе приставку, и там уже есть встроены какие-то игры. Точно так же и здесь. Вот эти вот три игрушки, которые играл, почему-то мне попадались одни файтинги. Качает он с Китая, качает медленно. Но, в принципе, можно подождать, не вопрос. Вот, можно поискать игру, которая вам нужна.
А, например, давайте что-нибудь поищем. А, тут можно даже выбрать. Вон список есть. И он находит какие-то элемент монстр. Ну тут Супер Марио нет, я думал Супер Марио. Поскольку это, как я уже сказал, друзья, это игровой автомат. То есть, если вам нужны какие-то приставочные игры, можно тоже установить и играть через телефон или же играть через джойстик. Давайте я покажу, наверное, на скриншотах, как выглядит джойстик с телефона. Это очень прикольно, очень круто. Я такого еще тоже не видел. Причем это все встроенное. Здесь у меня, как видите, есть два эмулятора PSP. Тянет шикарно просто. Тоже покажу. Так. Мои приложения. Ну, давайте здесь... Ау, нет. Галерея. В галерею зайдем. Скриншоты. Вот, сразу можно увидеть. Вот так вот он подключает. То есть, вот это он видит приставку. Это мой телефон. Он увидел приставку. Вот такой вот джойстик. Нет. Вру. Сначала вот мы скачиваем приложение. Скачиваем приложение, скачали. И после скачивания приложения у нас вот такой вот недоджойстик. После того, когда мы подключаемся именно к игре, у нас получается нормальный джойстик. Вот такой. Здесь кнопки некоторые написаны по-китайски. Вот эту штуку можно менять. Вот, может быть, либо крестовина, либо вот как здесь кружок. Как он выясняет, какие именно должны быть внешний вид у джойстика, я не знаю. Судя по всему, он коннектится именно с этим приложением, и приложение ему говорит. Есть настройки, в настройках можно гейм-контроллер, My Games, Settings, то есть он знает игры, которые у вас установлены, то есть прямо на телефоне можно выбирать, какая из этих игр. Не знаю, наверное, своеобразные настройки под каждую игру, и они уже встроены, то есть все уже поддерживается автоматом. Это, знаете, напоминает мне немножечко даже фирму Apple, где все уже продумано, то есть ничего додумывать не надо. Есть скриншот вот такой красивый, который вы уже видели, этой игры. Но вот такие вот вещи. Давайте вернемся к производительности, поскольку мы уже зашли в скриншоты. Сразу поговорим о производительности. При помощи мышки не очень удобно листать. Это подробности. Подробности будут в текстовом обзоре. Конечно же, обязательно выйдет текстовый обзор. Так, ну вот, если мы посмотрим на Antutu Benchmark, он набирает всего лишь 37 950 баллов. Я на самом деле, друзья, здесь ожидал где-то 60 тысяч увидеть. Немного, совсем немного. В самом низу хуже, чем Meizu M3 Note. Просто у меня были приставки, как вы помните, прошлого образца. Они набирали примерно столько же. То есть 4-ядерные приставки. Здесь 8-ядерный проц. И я ожидал чего-то большего. Это Geekbench 3 результаты и Geekbench 4. КПУ-Z показывает, что действительно 8 ядер, ARM Cortex-A53, 2 ГГц, то есть все по-честному. 2 ГБ оперативной памяти можно увидеть. Так, что Android 6.0.1. И насколько нагревается, собственно, сок. Сок нагревается примерно до 58 градусов. Но это плата самосистемная. То же самое КПУ-X. На всякий случай сделаю скриншоты. Мало ли что, но все полностью идентично. Тоже видите, 42 градуса. Banzai Benchmark набрал 2830 баллов или 40 кадров. Со цветами все просто великолепно, но тонкой подстройки цветов здесь нет никаких Miravision, ничего этого нет. Зато у нас Epic Citadel может работать на ультра хай quality режиме и набирает в нем 34 кадра. Напомню, что для фильмов используется 24 кадра, то есть видео лучше, чем фильмы, которые вы смотрите. На хай quality набирает 58,3 кадра, то есть очень отлично. Это все на Full HD. Также протестировал, конечно же, производительность различных видео. Все поддерживается, друзья, совершенно все поддерживается, включая 2К, 4К. Это у нас Antutu Video Tester.
То есть все необходимые кодеки, все есть, и все именно хардварно поддерживается. Это сколько баллов он набрал. Очень редко пользуюсь подобным бенчмарком, поэтому не сильно разбираюсь, но поддержку заявляет практически на все. Вот как на коробке написано, 4K, 2K, все это есть. На своем Full HD телевизоре это проверить, конечно же, я не могу, но вот само 4K видео тянет именно нативно, то есть хардварно. Проверил скорость, качество Wi-Fi. Не самая лучшая Wi-Fi, которую я видел, но в принципе на среднем уровне. То есть на минус 50 нормально. Не идеально, но нормально. Это я играл в PSP. Игрушка BeoWolf. Наделал скриншотов с нее, как я проходил. Asterix и Obelix. То есть можно играться, друзья, не только те игры, которые предустановлены, но можно еще что-то установить самому. Запускаем эмулятор PSP. Вот игрушки, которые у нас есть. Ну, давайте, например, давайте запустим того же самого Беовульфа, наверное. Он точно проверен, точно работает. Загрузить. Побежали. Много программ на фоне открыто, возможно, из-за этого немножечко так подтормаживает FPS, потому что в прошлый раз я играл, все было великолепно. Так, можно взять всякие вот эти штуки и дальше бить ими. Ну, PSP, друзья. То есть это не даже не PS1, а именно PSP. То есть старые свои любимые игрушки можно поиграть. Эмулятор называется PPSSPP. Бесплатный совершенно, можно играть свое удовольствие. Там ярость можно, по-моему, как-то включать. Так, сюда пройти нельзя. Ну, собственно, видим, друзья. Все видим, немножечко притормаживает. Я сейчас покажу, почему притормаживает. Так, выйти в меню. И выход из эмулятора. Притормаживает, потому что очень много здесь всего открыто. Включая вот этот эмулятор приставки. Был открыт настройки. Еще драстик эмулятор. Фильмы. Вот столько всего даже было открыто. Соответственно, вот из-за этого немножечко подлагивает. Но, в принципе, друзья, все игры играбельны. Все очень-очень прикольно. Кроме того, я установил еще World of Tanks. Еще, честно говоря, в него тут не играл. И мы сейчас как раз-таки увидим, как он идет. Так, появились листанчики. Запускаем. Посмотрим, сколько FPS наберет. Я думаю, имеет смысл запускать на средних настройках. Как бы высокие настройки, ну, не та производительность, чтобы тянуть высокие настройки. Так, танк такой у меня есть. Давайте перейдем в настройки. Так, настройки. По умолчанию, что у нас низкое. Давайте выберем среднее. И я обычно, знаете, что делаю? Тени убраны, текстуры HD. Отображение теней я обычно выключаю. Тени и ограничение кадров для слабых устройств тоже включаю. Теперь на средних настройках, я думаю, отлично пойдет. Сохранить. Так, боекомплект есть, в бой. Попробуем на танчике проехаться при помощи джойстика. Ну и посмотрим FPS.
Я специально прикупил себе джойстик. Вам не видно, но вот такой вот джой. Специально его прикупил для того, чтобы играть на приставке. Сейчас попробуем выстрелить. Это самое главное, найти выстрел. Так, это не выстрел, это не выстрел, это не выстрел, это скорость. Вот, нашел выстрел, есть. Все, теперь можно ехать. Вот, другое дело. Смотрим FPS 30. Это мы адреналина глотнули. Поэтому так и завелись. У кадров пока 30. О, вдарил по нему отлично. Не очень привычно джойстиком играть. Но мы победили. 30 кадров, друзья. 30 кадров. Все время идет. Отлично все. Можно играть. Играть нужно. Выйти из игры. То есть видели, что по поводу игрушки World of Tank отлично идет. А если World of Tank отлично идет, он очень требовательный, то шикарно идет все остальное. По поводу настроек мы с вами разобрались. По поводу видео тоже я объяснил, что я использую. Для тех, кто любит Коди, Netflix и Bang TV, могут, конечно, им пользоваться. Я предпочитаю Lime TV, FS Videobox и, конечно же, всеми любимый и мною обожаемый YouTube. Добавлю его себе сюда, чтобы было. Все легко добавляется. Единственное, что игры... Давайте, наверное, мы с вами с игрушками разберемся. Игры качаются долго. Сейчас я покажу, насколько долго это происходит. Так, при помощи пульта. Пульт удобный, классный вообще. Ну, мне нравится. Назад. Так, категория.
Adventure Island была такая игрушка очень давно. На Денди у меня, по-моему. Называлась Adventure Island 3. Search Game. То есть вот таким вот образом мы ищем игру. Очень похоже на Марио. Вот он нашел на трех серверах. Сервера бывают разной скорости. 256 килобайт. А качаться будет долго. Так. Ну давайте отсюда попробуем. Все. Игрушка добавлена в загрузки. Ух ты, все уже скачалось. Давайте попробуем играть. Так, приготовили джойстик. Когда-то на Денди давным-давно я обожал эту игрушку. Там яйца динозавра надо собирать. Вспомним эту радость. На самом деле, блин, очень круто. Вот с учетом того, что ничего делать не надо, просто включил ПК, даже если у тебя медленный интернет, то все отлично, там при помощи телефона того же можно закачать. Старт. Так. Первый уровень. Очень сильно, видите, под Марио закос. Так. Самый прикол тут был, друзья, что можно было ехать на скейте. А, тут как Марио нельзя. Не совсем как Марио. Так, еще раз пробуем. А, вот так вот. Игрушка, конечно, мега крутая. Ну, в свое время такие были игры у нас. И таким играм мы реально радовались. О! Зацените, вот это вот. Ай! Вот ради этого все делается. На скейте кататься. А. Ну, в общем, друзья, вы поняли. Не буду развивать эту тему. Можно и гамать. Очень круто, очень прикольно. Если у вас есть джойстик, если нет джойстика, я выложу под этим видео ссылку, где я джойстик покупал. Джойстик классный, очень дешевый. Кроме того, к этому джойстику есть специальный набалдажник. Попробую показать вам. Чтобы вставлять смартфон. То есть, прямо на джойстик можно крепить смартфон, если у вас, например, нет ТВ-бокса, и вы не хотите ТВ-бокс. Очень круто. Даже есть Super Mario Bros. Не может быть. Есть. Mario Bro. Что за Mario Bro? Super Mario. Super Mario Bros. Yoshi Island. Вот это была прикольная когда-то игра. А так, друзья, начинаешь что-то делать, и потом не оторвешься. Вот видите, как медленно качает. В конце концов, скачает. Ну, вот так вот это выглядит, на динозавре кататься. Ну, давайте поиграем, раз уж мы скачали. Что ж. Написано, кстати, чем можно играть. Можно играть с джойстика или с телефона. Очень круто. Особенно с телефона мне понравилось. Вообще нереально прикольно. Если у вас джойстика нет, то есть все равно можно погамать. Ну, давай. Так. Английский. Ну, пусть будет английский. Думаю, вряд ли там русский есть. Это, по-моему, на Super Nintendo была такая игра. Сейчас Йоши отправят. Нашли они Марио. Ну, графика неплохая. И поехали отвозить Марио домой. Тоже когда-то на Super Nintendo, но на ноутбуке, по-моему, или на ПК играл в такую игру. Очень здорово, что много старых игр есть, прикольно, которые можно
засесть, залипнуть. Ой, да ладно тебе. Теперь надо вернуть себе Марио. А вот так вот, да? Получается. Ух ты. Но здесь уже такая продуманная игра, продвинутая. Да ладно, что такое? Это ж надо как разучился. Нажмите А, долго. Ага, чтобы забираться. Ага. Куста. Ну, в общем, такая игрушка прикольная, друзья. Очень много тут здоровских игрушек. Мы по всем не переиграем. Очень круто, очень здорово. Да, это приложение можно установить отдельно, как и приложение PSP. Играть вообще совершенно на любом TV-боксе. Играть на телефоне, где угодно. Но... вот, как я уже говорил, очень круто, что все это изначально установлено из коробки. Производительность, как я уже сказал, средняя. Железо, в принципе, нормальное. Железо современное. Android шестерочка. Единственное, что я хотел показать, что вот выезжающих сверху и снизу блоков нет. Есть на форуме 4PDA объяснение, как сделать так, чтобы они появились. Это делается легко. Рута нет пока на 6 Android. То есть получить его крайне трудно. 16 гигабайт внутри, можно использовать флешку. Я, например, вот использую флешку. Это внутренняя память, а вот это у нас флешка. Подключал, причем флешка это на NTFS, то есть работает. Подключал сюда жесткий диск на терабайтник, тянет, все нормально. Ну все, друзья, как бы, что я могу сказать о приставке? Приставка нормальная, не супер мега игровая, однако со своей игровой особенностью, именно, знаете, вот нацелена на раритетные игрушки, ну, включая вплоть до PSP. Если вопросы какие-то остались, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. Всем спасибо, всем пока, я, наверное, буду дальше играть. Пока.